это еще Начанг или уже Начанг. Идем вдоль побережья. Сегодня у нас экскурсия на грязелечебнице. Я думаю, будет многим интересно посмотреть, тем, кто собирается, тем, кто никогда не был. Достаточно интересный грязевой лечебный комплекс. Туда можно добраться на автобусе, на такси. Ну, а мы идем пешком вдоль побережья. И потом по мере прохождения буду показывать знаковые места для тех, кто знает Начанги, побывал здесь. Мы идем до Чамских башен, а уже потом будем поворачивать на грязелечебнице. Двигаясь вдоль моря, мы прямо идем и доходим до моста. Нам его нужно перейти. Вот такой продается имбирный чай, не пугайтесь. Начанги, он холодный и очень хорошо именно в жару. Стоит 17 долларов, это где-то 55 рублей. Мы прибыли. Вот так Такхапба называется наш комплекс. Подойдем поближе, покажу еще. Такая красота. Сейчас купим билеты и идем. Вот так все красиво выглядит. Заходим и мы идем, ищем. Написано коллективные ванны. Это нам сюда. То есть мы купили билеты на коллективные ванны. Индивидуальные стоят, конечно, дороже. И вот по таким красивым мощеным дорожкам идем прямо вот по стрелочке нашей. Выходим. К центральному, можно сказать, офису. Вот мы сейчас подойдем сюда. Нам дадут ключики от шкафчика. Мы купим полотенце. И уже начнем переодеваться. С рецепции идем. По прямой дорожке написан массаж, женские переодевалки плюс туалеты. Переодеваемся здесь, сдаем вещи в шкафчик и уже идем на помывку и на грязь. Взяли там. Да, потом поднимаемся по лестнице к общим грязям. Нам сейчас выделят ванну, в которую мы должны залечь и облиться грязью, полежать 30 минут. Вот так все это выглядит. Таким образом вот такие ванны пустые, их набирают и потом куда? Вот сюда. Сказали сюда залечь такую вот ванну. Прикольно плавали. Вот такая у нас грязь. Не надо думать, что это грязь. Надо думать, что это красота. Надо обязательно обмазать голову. Как маска для лица, лицо. Засечь время и 30 минут полежать. Вот. И здесь в комплексе много таких грязевых ванн. После того, как грязь смыли, нужно пройти вот такое испытание. Это душ Шарко. Он достаточно сильный. Вот. И массажик такой хороший. Вот такая минеральная ванна после душа Шарко. Заливают горячую. Температура примерно градусов 38. Минут 15 лежим. Вот и все. И потом уже идем по ступенькам. Бассейн. Водопад. Получается, сама ванна вот под таким зонтиком, потому что на улице солнышко сегодня, как обычно, плюс 35-40.
и идем по дорожке к водопаду. Он горячий, тоже очень приятный. Вот такой водопадик. Какая красота. Вот, и теперь пойдем к бассейну. На территории комплекса есть еще такой бассейн горячий. 38 температура. То есть это, знаете, как дома детей купаете. Примерно вот такая температура. Не то, что горячая, прям достаточно горячая. Хорошо это или плохо, не знаю, но как-то шел дождик, мы купались. Вообще комфортно. И смотрите, над самим бассейном, видите, сверху натянуты такие специальные, как палантины, да, чтобы тенечек был, потому что когда на улице 40 градусов, температура 38 воды, достаточно жарко, и в то же время все купаются, неплохо, комфортно. Есть бассейн с нормальной водой, есть прохлада. Такая сегодня водичка, нам повезло. Нет китайцев, как ни странно. Идеальная тишина, несколько парочек. В основном русские. Такое чувство, что это не Вьетнам, а какой-то русский курорт. А это вот наша грязелечебница. Не наша, вьетнамская, конечно. Но сегодня понедельник, и вот такая идиллия. На территории комплекса несколько еще бассейнов, которые мы не смотрели. Сейчас пойдем посмотрим. Есть еще душерко. Он холодный. На улице температура примерно 38-40. Бассейн, тоже вода 38-39 написано. Сложно охладиться. Но душарко, говорят, он холодный. Поэтому сейчас попробуем в него пойти. А еще есть бассейн тоже с более прохладной водой. Джакузи подальше. Пойдем туда. Вот такого плана. Пойдем в джакузи, сходи. Такое вот лето во Вьетнаме. Так, испытание началось. Вот такая змейка, которую нужно всю пройти. Струи такие серьезные достаточно. Еще и холодные, да? Холодная, блин. Холодная? Вот такое огромное количество здесь сидячих мест. Можно спать, можно кушать, можно сидеть. Тут уже на выбор. Холодные градусы 30. Вот, и еще один бассейн, в котором мы не были. И там еще есть джакузи, то есть тоже можно будет посмотреть на территории комплекса. Температура воды неизвестна, но судя по тому, что людей больше, здесь, наверное, попрохладнее. Вот, также есть джакузи.
как водичка? И вот мы провели здесь весь день. Дождались 4 часов. 4 часа солнце, как правило, не то что садится, а оно как-то уходит в дымку. Смотрите, еще вот какая, да, красота. И уже можно спокойно идти домой. Так как мы идем домой пешком, 2 часа по жаре не хочется идти, поэтому мы идем вот сейчас.